Давно уже хотел рассказать про свои часы, которые называются «Молния», «Паровозик». Как бы ждал какого-то особого случая, который мог бы, ну, так скажем, дал повод, чтобы рассказать про них. Так, с этой стороны посмотрим немножко, на что похоже. И вот такой повод сегодня случился. Дело в том, что у нас 6 августа День железнодорожника, так скажем. День железнодорожных войск России. Отмечаемый, вот, как я уже сказал, что установлен указом президента Российской Федерации от 1996 года, 19 июля, об установлении Дня железнодорожных войск Российской Федерации. А в настоящее время празднуется в соответствии с указом об установлении профессиональных праздников и памятных дней в вооруженных силах Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Это профессиональный праздник военнослужащих, рабочих, гражданских служащих железнодорожных войск Российской Федерации, приурочен ко дню образования специальных войск формирований для охраны и эксплуатации Санкт-Петербургско-Московской железной дороги. 6 августа 1851 года вышло высочайшее утверждение императором Николаем I положение о составе управления Санкт-Петербургско-Московской железной дороги. Согласно положению, было сформировано 14 отдельных военно-рабочих, 2 кондукторские и телеграфические роты общей численностью 4340 человек. Это положило начало формированию первых военно-железнодорожных подразделений. Им было предписано поддержание в исправном состоянии железнодорожного пути, обеспечение бесперебойной работы станции, охраны мостов, железнодорожных переездов. И вот начиная с русско-турецкой войны 1877-1878 годов солдаты-железнодорожники вносили свой вклад в победу российского оружия. В годы Великой Отечественной войны железнодорожные войска вместе с штатскими железнодорожниками восстановили и построили более 120 тысяч километров железных дорог, свыше 3000 мостов. А после ее окончания активно участвовали не только в восстановлении и реконструкции разрушенных железнодорожных магистралей, но и в строительстве новых. На протяжении более 150 лет военные железнодорожники самоотверженно и беззаветно служили и служат Отечеству. Железнодорожные войска, род такой специальных войск в составе материально-технического обеспечения вооруженных сил Российской Федерации, входящий в систему обеспечения обороноспособности и национальной безопасности нашего государства. Это специальные войска, предназначены для восстановления, строительства, эксплуатации, заграждения и технического покрытия, прикрытия железных дорог, используемых для воинских перевозок. А также они принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф и военных действий и конфликтов. Так, еще раз с этой стороны посмотрим. Вот то, что мы видим, значит, железнодорожное, железное колесо от паровоза и вот крылышки, это вот как раз и есть эмблема этих самых железнодорожных войск, так скажем. А вообще, что мы видим перед собой? Часы молния. Ну, вообще, железнодорожные войска существуют сейчас, вот все момент в современной России, а карманные часы молнии, которые я вот вам показываю сейчас, это все-таки то, что было сделано в СССР. Вот с каждым днем становится все меньше людей, которые помнят жизнь в СССР, период с 1917 по 1991 уходит в далекое прошлое. Однако вещи с тех пор и до сих пор хранятся в каждом доме. Карманные часы молнии в СССР пользовались популярностью в тот период, а сейчас считаются ценным и дорогим раритетом. Они встречают либо у частных коллекционеров, либо в музеях. И вот молния в 21 веке ценится во всех бывших странах СССР и за границей. Вот такая вот прелесть у меня в том числе имеется. Ну что ж, железнодорожник еще раз с их профессиональным праздником. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.